У нас есть крупнометаллический флот большой трудоподъемности. В связи с этим у нас и растут, понимаете, кадры. Вот товарищ Спиридонов, талантливый, грамотный, культурный инженер-капитан, который сегодня возглавляет один из крупнейших судов нашего бассейна, танкер 50 лет ясеса. Беспокойный народ, капитаны. Еще добрых 3 месяца стоять их судам на приколе здесь, в Жатае. Но Евгений Чистяков и Михаил Спиридонов считают своим долгом помочь ремонтникам, дать толковый совет, проверить качество работы. Любовь моя постоянная отработала в речном транспорте из 15 лет до самого 75-летнего возраста.